Смотрите, интересные. Помните, Ле Пен был, когда папа националистическую партию возглавил, да? Как мы его ругали, да, как он был против засилия, там, сказать, иммигрантов, да, во Франции, за чистую нацию. Сейчас дочка его. А она на нашей стороне. Она нас поддерживает. Удивительное дело, да? Какая метаморфоза происходит. Ну, это вообще-то очень сложная тема, конечно, национализм. Вот в этих проявлениях, конечно, вот нацизма и фашизма, это страшно. Мы уже видели это на Украине. Но если бы, как это парадокс, вот если бы не было бы этого правого сектора, этого страшного явления, напоминающего вот о фашизме, то у нас Крыма бы не было. Вот чем дело. Вот оно что. Потому что мы боялись, что придут эти гады, и Крым вообще, так сказать, уничтожат, и русских там вообще, что с ними сделают. А это было реально. Реально было. Сейчас вот тысячи уже бегут из Донбасса в Ростов и прочее, прочее. Поэтому это и была реакция на, вот, на проявление такого агрессивного фашизма. Вот Крым-то. Вот он отсюда-то и родился. Будь у них там все спокойно, там парламентское и прочее, прочее, вряд ли бы произошло бы вот такое. И референдум, может быть, позднее бы все это было. И более, так сказать, медленное развитие этой ситуации. Вот как в истории это интересно слагается. Вы согласны со мной?